Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня я побывал на 17-м избирательном округе по просьбам местных жителей, тех, кто живут в том районе. В частности, дом номер 2. Люди попросили меня показать происходящее на сегодняшний момент с проезжей частью, которая у них есть. Вот вы видите, вот что происходит. По словам жителей, эта ситуация уже год такова. Год тому назад была поставлена техника, которая счистила частично хотя бы асфальт. Вы видите, что происходит. И на этом все работы закончились. К сожалению, под асфальтом мы видим с вами, есть каменка, брусчатка. Ну, хорошо это или плохо, возможно, невозможно, я не знаю. Я не владею знаниями в укладке асфальта, в очистке асфальта. Можно что-то сделать, нельзя сделать. Первый этап сделан и брошен. К сожалению, к большому сожалению, имеем то, что имеем. Уже второй год, а исходя из того, что сегодня ноябрь, значит, уже в этом году вряд ли кто-то что-то будет делать, но дороги фактически там нету. Депутатам городского совета по 17-му округу есть Голдыш Максим Анатольевич. Я не знаю, чье обращение должно быть к Максиму Анатольевичу. Ну, давайте сегодня к нему буду обращаться я. Максим Анатольевич, пожалуйста, приложите все усилия, чтобы хотя бы на следующий год было занесено в план-график ремонт этого участка дороги. Это центральная часть города, там живут люди, там проезжают машины. Есть большая необходимость, чтобы все-таки там был порядок. Пожалуйста, Максим Анатольевич, к вам обращаюсь. Если вы увидите меня, либо знакомые, передайте, пожалуйста, ссылочку на мое видео. Но будем надеяться, что в ближайшее время будет реакция. И с весны, чтобы не осенью, не в луже ложился асфальт, с весны будет сделано. Всем хорошего настроения!